Мы путем проб и ошибок, наверное, пришли к окончательному выводу, что, во-первых, нужен единый регулятор, и, во-вторых, он должен быть отдельно от Центрального банка. Но для того, чтобы это сделать, нужно вначале провести расчистку банковской системы, да, закрыть все неустойчивые банки и добиться того, чтобы банки работали в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и действительно функционировали как коммерческие банки. Поэтому я вообще считаю, что каждая страна, она сама проходит свой путь. И тут, безусловно, нужно изучать иностранный опыт, но правильно готовить своих специалистов и развивать свои институты.